візілотон, сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого ефіру доєднуються політичні експерти, соціолог Ігор Ейдман. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі. Здравствуйте. Хочу, знаете, начать с такой немного комической темы. Увидели, значит, новость в издании Daily Telegraph. Это не то чтобы прям суперавторитетное издание. Такой британский генерал-лейтенант Ричард Даннет опубликовал прям статью о том, что Путина могут убить по примеру Юлия Цезаря. Он более того назвал предполагаемых исполнителей. И там, значит, среди этих исполнителей в роли российского Брута он внезапно видит начальника генштаба вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова. И там еще есть такая цитата: если у того будет достаточно поддержки и морального духа, ну, в общем, короче говоря, Герасимов в роли убийцы Путина. Это все звучит, ну, как комедия, конечно. Как вам кажется, насколько в этой комедии может быть, какая толика правды может быть в этой комедии? Я бы тут поделил как бы это на два момента. Первое, это возможен ли вообще какой-то заговор против Путина, который может закончиться его отстранением или убийством, или там арестом. Я думаю, что вполне возможен такой заговор. Значит, это ничего такого странного, удивительного здесь нет для российской истории. Не надо даже вспоминать Цезаря и Брута. Можно вспомнить и примеры из российской истории, в том числе истории 20 века, там заговор против Хрущева или против Берии, или если брать более ранние времена, да, то заговор и убийство Павла I. Так что в российской истории такое было и не раз. Значит, и ничего здесь удивительного нет. Если диктатор терпит поражение, если диктатор ведет свою верхушку, свою олигархию к краху, то она его и очень часто убирает. Так было и в России, и в других странах тоже. Значит, второе — это кандидат на роль цареубийцы, тираноборца и цареубийцы Герасимов. Тут, я думаю, абсолютно выбран кандидат совершенно неправильный и демонстрирует человек этот вот военный британский, что он просто не знает ситуацию. Я думаю, Герасимов просто столько не выпьет, чтобы убить Путина. Он известный алкоголик в России, абсолютно ничтожная личность, просто какой-то, я не знаю, человеком-то его сложно назвать, личностью, по крайней мере. Такой абсолютный генерал из анекдотов российских. Знаете, такая есть в России поговорка, да, как надену протупею, все тупею и тупею. Вот он тоже, как он форму военно одел, он, видимо, с тех времен и тупеет. Уже тупее даже и представить невозможно. Так что я думаю, нет, конечно, не Герасимов. Кто, неизвестно. Если бы даже знал, не сказал бы. Потому что пускай такой сценарий реализуется. Но я и не знаю, к тому же. Но как бы в путинской олигархии есть люди, которые явно и поумнее Герасимова, и более дальновидные. И, конечно, понимают, к чему все это их ведет. Это, в этом у меня никаких сомнений нет. Если среди олигархов, я имею в виду финансово-промышленного капитала, я думаю, таких большинство, кто понимает, что Путин их ведет просто к краху, то, может быть, среди силовиков таких гораздо меньше, но, тем не менее, я думаю, что и среди силовиков такие есть. И как бы заговоры, которые были в прошлом, они всегда строились именно по этой схеме. То есть чиновники высшие договариваются с силовиками и свергают диктатора. Я думаю, такое вполне возможно. И среди чиновников путинских есть люди, которые явно долгое время, по крайней мере, стремились как-то себя не ассоциировать с этой войной и делать вид, что они как бы при чем и хат с края. Это, например, мэр Москвы Собянин или даже премьер-министр Мишустин. Ну, так мы видели, что, простите, пожалуйста, что и Мишустина, и Собянина, видимо, это в Кремле заметили, что они вот так дистанцируются, и их сразу привлекли к более активным действиям. Собянин там вообще фотографировался в каких-то блиндажах, да, вот было много фотографий. А Мишустин, премьер-министр российский, он сейчас вообще, по-моему, отвечает за обеспечение российской армии, если не ошибаюсь. То есть фактически кровью вымазали всех. Да, безусловно. То есть им, конечно, отсидеться не удалось. Пришлось тоже мазаться кровью и сделать так, чтобы на них тоже была кровь жертв невинных этой войны и ответственность за эту войну.
Но тем не менее, как я уже сказал, было совершенно очевидно, что они с самого начала пытались этого избежать. Так что, в общем, есть люди, которые, безусловно, в правящей верхушке заинтересованы в свержении Путина. То есть заинтересованы все, но не все понимают. Не все понимают, к чему идет дело. Некоторые еще надеются, что как-то все само как-то устаканится. Но само не устаканится. И я думаю, что, конечно, это вот их, скажем так, понимание того, что все идет к краху, что Путин тянет на дно не только страну, но непосредственно их семьи, их будущее уничтожает. Мы это слышали даже по разговору Пригожина и Ахмедова, вот этой прослушки, да, где это прямым текстом было сказано. Я думаю, что такие разговоры ведутся и на более высоком уровне, не только на уровне известных продюсеров и олигархов, но и на уровне высших чиновников и силовиков. Потому что их интересы также, вся эта безумная путинская афера также убьет по их интересам, как и по интересам того же Пригожина и Ахмеда. Но мы уже увидели, да, что Пригожин уже после публикации прям якобы то ли с инсультом, кажется, да, вот фотографируется, короче говоря, теперь в больнице. Слушайте, а вот на ваш взгляд, вот это решение Международного уголовного суда, да, и вот этот ордер на арест, очевидно, ну, скажем так, нам тут так кажется, не будем говорить очевидно, что в том числе он должен был иметь и психологическое влияние, да, ну вот психологическое давление на окружение Путина, что смотрите, нет вообще никаких неприкасаемых, да, вот вам ордер на арест Путина. Это означает, что ордера на арест вот вас всех, это в принципе тоже вопрос времени. Можно ли оценить эффект от этого ордера на арест? Ну, пока оценить невозможно эффект, безусловно, это никакого прямого действия не повлекло, да, то, что тут же, значит, российские власти, окружение Путина решило, что раз ордер на арест есть, так давайте мы сейчас его быстро скрутим, сдадим и сами отмажемся. Пока такого нет, но это как бы такое бомба замедленного действия. Они еще надеются, многие, то есть спасает путинский режим, что многие его представители, верхушка в том числе, она еще надеется, знаете, вот такой на русское авось, да, что ну ничего, авось как-то все само устаканится. Вот когда они поймут, что это авось не прохазает, да, что не получается, авось ничего не устаканивается, а все идет к краху быстро, то тогда они, конечно, по-другому совсем запоют, и вот это глухое недовольство, которое прорывается в каких-то телефонных разговорах, оно будет уже вылиться в какие-то реальные действия, в том числе и в то, что Путина действительно повяжут. Значит, но это произойдет, как я уже сказал, когда они поймут, что все, конец. А поймут они, что конец, когда российская армия побежит с оккупированных украинских территорий, побежит в результате украинского наступления, в результате собственной слабости, собственного бессилия. Это, скажем так, совершенно будет убийство для авторитета Путина и авторитета его режима. Потому что Путин как бы легитимизировал свое пребывание в роли диктатора российского именно тем, что он якобы такой победитель. Недаром в России такая фактически гражданская религия, такая победобесие. То есть не христианство уже, а победобесие, поклонение победы, культ победы, там праздник победы 9 мая, мы можем повторить, утопия победы в прошлом, которая должна повториться еще в большем масштабе в будущем. И это и население как бы мыслит этими категориями, даже правящая верхушка. Когда они поймут, что это, значит, победа, никакой победы не будет, а будет унизительное поражение, они, конечно же, начнут искать крайнего, и крайним это окажется президент, то есть Путин. И поэтому режим его, я думаю, не просуществует после такого поражения. Не то, что долго, не просуществует, там, не знаю, нескольких месяцев после такого поражения. И поражением уже будет не просто там сдача всего, включая Крым, а даже бегство или отход к позициям 24 февраля прошлого года уже будет восприниматься и в обществе, и в верхушке правящей как сокрушительное и унизительное поражение, причем поражение в том числе и лично Путина и его режима. Поэтому это может и стать вот таким сигналом, таким выстрелом из стартового пистолета, после которого чиновники, силовики российские начнут думать, как им скорее избавиться от Путина, который привел их вот к такому краху, как его повязать быстрее и сдать в Гаагу, чтобы хотя бы самим не идти туда, чтобы таким образом получить амнистию, да, и какие-то отмену, естественно, санкций и придачи.
При этом мы видим, что Кремль достаточно активно готовится к выборам 2024 года. И я читал в одном из изданий о том, что, значит, администрация президента встречалась там с региональными элитами, требовала от регионов минимум 75% голосов за Путина, явку в 70%. И более того, значит, текущее число сторонников Путина оценили в 53%. Этого достаточно, чтобы победить на выборах. Хотя, ну, опять же, я не думаю, что у кого-то есть сомнения в том, что, в принципе, можно нарисовать любую цифру. Но там из интересного это некий риск, который видят в Кремле и оценивают в 35%, это рассерженные патриоты и западники. Слушайте, а что, у этих рассерженных патриотов и западников есть какой-то кандидат? Есть какая-то альтернатива? Видите ли вы что-то подобное? Да я не вижу вообще выборов этих будущих, я в них не верю. Я думаю, что до них не дойдет дело, и Путин уж точно не сможет в них участвовать. Потому что за это время, которое сейчас, за этот год с лишним, да, который до выборов остался, путинский режим его не протянет, он, я думаю, потерпит крах. Поэтому все эти сейчас вот эти попытки путинской администрации, знаете, да, как это тоже из пословицы, помирать собрался, а рожь сей. То есть я думаю, что они понимают, что им как бы недолго осталось, но по инерции они пытаются сеять вот эту свою только не рожь, а ложь. Да? То есть у них это должно звучить «помирать собрался, но ложь сей». Они ложь эту свою, то есть вот эту вот профанацию выборов они готовят, да, хотя, я думаю, даже сами в глубине души не уверены, что до этого дойдет дело. Конечно, если бы путинский режим сохранился к этому времени, то, естественно, что все эти выборы были бы чистая профанация, тем более сейчас вообще они, что называется, мастера, они придумали такой ход, что им даже ничего вбрасывать не нужно, ничего не нужно, значит, возиться с этими бумажками, начнут там исправлять какие-то результаты, подкладывать чего-то. Сейчас электронное голосование в России, да, значит, в Москве его опробовали на прошлых выборах Госдумы, делается элементарно. Как бы ни проголосовали в офлайне, в реальности, потом, значит, проводится так называемое дополнительное электронное голосование, и там рисуют любой результат, какой хотят. Вот в Москве на выборах Госдумы прошлых, там, значит, победили, ну, скажем так, не слишком уж оппозиционные, но тем не менее кандидаты, которых власть не хотела. Что они сделали? Они сделали на электронном голосовании, набросали голосов, то есть не набросали, а просто накрутили результат своим кандидатам от «Единой России», а тех, кого они не хотели, они, естественно, помножили на ноль. То есть делается это элементарно, ничего не надо подкладывать, как я уже сказал, а просто сидит программист там, значит, отхлебывает пиво и перекручивает результат таким образом, каким властям нужно. Так что никаких проблем теперь у них вообще быть не может, даже чисто технически, с фальсификацией выборов. Вы знаете, я читал интервью социолога Григория Юдина, который, значит, в том числе анализировал вот эту информацию по поводу того, что Кремль требует от региональных элит. И я сейчас, вот его цитата такая, что, ну, это как бы он экстраполирует мысли Кремля, что народ за вождя, никаких альтернатив нет и не рыпайтесь. А вот, в принципе, региональные элиты очень часто, ну, если посмотреть, да, на историю, они являются источником как раз такой угрозы для центра, являются источником угрозы для Кремля, для путинской вертикали. А что мы знаем о них? Там все лояльные к Путину на местах? Можно ли это оценить? Не, ну, во-первых, тут есть такой момент, что верхушка регионов теперь это абсолютно не представители региональных элит, а это кремлевские наместники, которых послали, значит, на кормление, как было во времена, там, не знаю, какого-нибудь, значит, Алексея Михайловича Тишайшего, значит, в регионы, и там они и правят. Но никакого отношения к региональным элитам нет, они полностью подстроены под требования Кремля. Сами региональные элиты совершенно бессильны. Конечно, они ничего сделать не смогут. Они могут проснуться только тогда, когда на федеральном уровне какие-то перемены произойдут. Если мы вот вспоминали в начале разговора возможный заговор против Путина, то, естественно, это будет не исходить он не от региональных элит, а непосредственно от федеральных и даже от путинского окружения. Я приводил примеры подобных заговоров. Во всех этих случаях действительно самодержцы или там какого-то генсека, тирана свергали не представители, там, не знаю,
региональных элит, отвергал его же ближайшее окружение. То есть те люди, с кем он вчера еще там выпивал, и которые ему хвалебные речи толкали в его здравие, потом они параллельно они готовили заговор. Я думаю, нечто похожее будет и сейчас. Другой вопрос, что когда уже заговор созреет, естественно, и победит главное. Региональные элиты легко и непринужденно к нему присоединятся, как и было и в тех случаях, о которых я говорил. Игорь, слушайте, ну вот тут даже военный преступник Гиркин, да, который записывает много видео и позволяет себе очень резко высказываться и о Путине, и об армии, и его окружении, кажется, даже он не видит среди окружения Путина никого, не то что достойного, никого способного на поступок. Там и про Володина он определенные вещи говорит, там, говоря о его сексуальной ориентации, и про Матвиенко, и про Медведева. Кажется же, и в принципе это и подтверждают российские независимые аналитики, что Путин все эти годы окружал себя людьми, которые, ну, реально никто, да, и ни на что не способны. Какой же тут заговор созреет? Ну, смотрите, вот Сталин тоже окружал себя, то есть уничтожал более-менее независимых и как бы таких харизматичных руководителей, окружал себя полными ничтожествами. Однако эти ничтожества, когда он умер, смогли все-таки, например, устранить Берию всевластного. И эти же ничтожества смогли развенчать сам культ личности Сталина. Я думаю, мне даже в голову не могло прийти, что через 3 года клоун Хрущев, который там в ГПК плясал в пьяном виде перед ним, начнет его разоблачать. Да? А сам Хрущев тоже, в общем-то, более-менее какие-то сильные фигуры устранил, так называемый заговор Молотова, Маленкова, Кагановича. То есть оставил там совсем уже своих каких-то клевретов, которые тоже ему здравиться пели, типа Брежнева и прочих. Но тем не менее они его смогли устранить. То есть внешне так. Они ничтожество, так и есть, да, безусловно. Но что у них там в голове и на что они способны, никто не знает. Тут еще есть какой момент. Когда диктатор унижает кого-то, например, Сталин унижал того же Хрущева, да, Хрущев ему за это отомстил. А Путин унижает свое окружение. Например, мы все видели, как он унижал Нарышкина во время главу внешней разведки, во время заседания Совета Безопасности, на котором было в прошлом году фактически принято решение об признании так называемых ДНР и ЛНР, а за этим стояло начало войны. То есть, да, и он их унижает. А человек же как устроен? Человек, когда он унижает, его унижает, он терпит все, кланяется, а сам думает, как бы воткнуть нож в спину тому, кто его унизил. Поэтому я думаю, что в путинском окружении, среди тех, у кого он как Нарышкина унижал, тоже, значит, есть много желающих ему отомстить. И, конечно же, то, что они ничтожество, это совсем не значит, что они не способны на какой-то заговор. Запросто способны. Более того, люди как бы идейно мотивированные, вот типа Гирки, такие дурачки, да, идейные, или те люди, которые окружали Гитлера, они были действительно идейные нацисты, они в меньшей степени способны на какой-то вот заговор и на нож в спину своему благодетелю, чем те ничтожества, которым Путин себя окружил. Слушайте, ну это интересно. Вы уже сказали о том, что да, вы не верите в то, что выборы состоятся в 2024 году. И вы, кстати, не первый человек, который у нас об этом говорит. Вот это тоже интересная тенденция. Но тем не менее, мы вот помним, да, постоянно такие опасения со стороны цивилизованного мира о том, что, слушайте, а на кого же менять этого Путина? А кто же вместо него придет? А никого же нет. Я даже прочитал, значит, кажется, вчера в Твиттере такое мнение социолога Камиля Галеева о том, что, ну, смотрите, кажется, ну, вот такой легитимный преемник, ну, кто может быть? Ну, Медведев. Ну, потому что он уже был президентом, потому что он там помоложе. Ну, очевидно, что вся его риторика, да, все, что он вот это вот публикует у себя в социальных сетях про уничтоженный ядерным взрывом Запад и так далее, и так далее, и так далее, очевидно, дает Западу понять, что, ну, это не тот кандидат, который будет договариваться о каком-то мире. Так вот, я вспомнил вот те протестные голосования в России, когда была даже попытка голосовать за коммунистов, да, что типа вот кандидат Зюганов от КПРФ, давайте голосовать за него, лишь бы не за Путина. Есть ли этот протестный кандидат сейчас? Есть ли вообще какой-то кандидат, видите ли вы его? Да, ну, я сначала прокомментирую вот это заявление социолога Галеева.
Это как раз российские власти пытаются внушить Западу, что Путину нет альтернативы, что все остальные ничуть не лучше, даже хуже его. И Медведев, в частности, вот устраивает эти пьяные, полупьяные, полукокаинистические дебоши в своем телеграме. Именно для того ему задание такое дали, чтобы продемонстрировать Западу, что есть люди еще похуже Путина. Никакого шанса у Медведева прийти к власти нет, он никакой нелегитимный, абсолютно ноль. И занимает какую-то смешную, придуманную под него должность, значит, в элите он совершенно не популярен, поэтому его обсуждать бессмысленно. И, значит, формально, если у Путина, например, завтра, значит, проскользнется где-то, не знаю, в своей бане, да, и случайно темечком ударится пол, да, и помрет, да, то будет Мишустин на его месте. Мишустин, я никакой симпатии к нему не испытываю, такой коррупционер известный, махровый коррупционер. Да, но я абсолютно уверен, что этому махровому коррупционеру эта война сумасшедшая, путинская, не нужна совершенно никак. Она ему мешает жить, собственно. Он мечтает вернуть ситуацию к такой, какая была до 24 февраля прошлого года, и спокойно воровать. Что для этого нужно сделать? Нужно сделать, прежде всего, Путина сдать и каких-то силовиков, наиболее заморавших себя в Гаагу, добиться отмены санкций, уйти, естественно, из Украины, это само собой, платить какие-то репарации, например, из проданных нефти и газа, да, но при этом восстановив нефтегазовый рынок европейский, американский, там и другой. Значит, замечу, что доходы бюджета от продажи нефти и газа упали на 45% по сравнению с прошлым годом. То есть почти в два раза. То есть надо все восстанавливать. Это одна из причин, почему они мотивированы сдать Путина и избавиться от санкций. Так вот, значит, конечно, кто бы ни был вместо Путина, реально, как я уже сказал, у Медведева никаких шансов нет. Кто бы ни был вместо Путина, это будет лучше, чем Путин. Как вот, когда умер Сталин, да, значит, многие люди думали, а вот еще хуже будет. Ну, у него же такие там монстры вокруг него. Но, как известно, стало не хуже, а лучше, причем довольно быстро. Потому что в российской истории так, в общем-то, всегда. Когда долго какой-то тиран правит, да, он во-первых, он внутри страны все закручивает гайки, во-вторых, он какие-то внешние политические авантюры предпринимает. После его смерти начинается период оттепели. Период послабления, период отказа от агрессивного курса такого внешнеполитического. Так что, как я уже сказал, уход Путина в любом случае будет полезен для страны и для мира, главное, естественно, и для Украины. Потому что война закончится, я думаю, сразу же. Игорь, это вот первое. Да, второе, по поводу альтернативы. Конечно, альтернатива есть, но почему голосовали за КПРФ некоторые? Потому что нормальный кандидат просто не допускали, да. Но если будут выборы свободные, я думаю, это будет одно из условий проведения свободных выборов, одно из условий снятия санкций Запада, значит, то, естественно, и выйдут и политзаключенные из тюрем, и будет нормальная конкуренция. Есть люди, которые вполне могут конкурировать с представителями нынешнего путинского режима. Тот же Навальный, да. Я знаю, его многие не любят там за разные вещи, но, естественно, он как совершенно однозначно выступил из-за ухода и полный отказ от претензий к Украине, в том числе и уход со всех оккупированных территорий, с признанием границ, которые были до 2014 года. Вот есть люди другие, там Илья Яшин, Владимир Карамурза, ну и многие другие люди, которые или в тюрьмах сидят, или в эмиграции. Поэтому, я думаю, никаких проблем с альтернативой политической не будет. Игорь, спасибо вам большое за этот разговор, очень интересно. Ігор Рейдман, політичний експерт, соціолог, був з нами на зв'язку. Обговорили декілька важливих тем, так, одна з них, ну, це, здається, що все-таки більш іронічно ми сприймаємо цю інформацію, це публікація генерал-лейтенанта британського Річарда Данната в виданні Daily Telegraph, де він, серед іншого, спрогнозував те, що російського диктатора Путіна мають вбити, як Юлія Цезаря. Я думаю, що це набагато, ну як це сказати, занадто великий комплімент для Путіна його порівнювати з Цезарем, але от було припущення, навіть ім'я назвав цей генерал-лейтенант, що це має зробити Герасимов. Ну і ми тільки що почули від нашого експерта, що ну стільки не вип'є Герасимов для того, щоб вбити Путіна. Якщо подивитися, чесно кажучи, на обличчя цього Валерія Герасимова, то там ну інтелекту ну дуже важко побачити якийсь інтелект. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.